Сегодня мы занимались последний день. Я уверен, что все вы сдадите на отлично. Нет, я еще раз проверю. Хорошая у тебя комната, Леночка. А главное, никто не мешает заниматься. И всегда у тебя так тихо. Всегда. Ага. Ну, Антон, итак, порода друзья. Кто это? Моему брату, что если он не образумится, не перестанет кричать, то я по его милости провалю зачет. Теперь никто не будет мешать. Пожалуйста. Итак, Антон, порода грызунов. Одну минуточку. Не дудите, пожалуйста, вы нам мешаете. Николай Матвеевич, если мы сдадим зачет на отлично, нам же лучше будет. Мы уедем отсюда на все лето, виноградный совхоз. Спрашивать, что порода грызунов. Что это? Одну минуточку! Вот так тихо. Thank you.
чем дело? Я вас очень прошу, не играйте, пожалуйста, на нашей улице. Просит не играть на этой улице. Почему? Вы нам мешаете. Мы готовимся к зачету. Готовится к зачету. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо, большое спасибо. Шага. Марш. Тихо, тихо, тише. Не топайте так. Идите на цыпочках. Как на цыпочках? Так. Завтра сдадим на отлично. Вот и поем. Поем. Да как же я? Мне так хотелось рассказать вам, что я знаю о носороге, о воробье, о слоне, о мышах, о приплывающихся млекопитающихся парнокопытных, о головоногих, о главный город в Австрии, Вена. Правильно. О жителях СССР 170 миллионов, а в Америке товарищ Борис меньше 120. Правильно. А в Африке товарищ... Ну, всего хорошего. Всего хорошего. Куда же вы? Как? Да. Домой? Нет, подождите. Борис Борисович, я вот очень хорошо. Останься. Посиди. Вот так. Пусть Леночка, она речь приготовит. Да я не что будешь делать? Ой! Борис Борисович, вы нам все время помогали заниматься. Мы, Борис Борисович, вам, Борис Борисович, нашему другу хотим преподнести. Сейчас, где ж вода? Я не прав. Да нельзя дала. У Антона. Антон, где подарок? Тихо. Где подарок? Подарок? Сейчас. Тихо. Ну, иди же. Подарок сейчас. Ну. Леночка. Сейчас. Мы хотим преподнести абсолютно новенькую, очень хорошенькую вот эту панамку. Ну, тебе не стыдно? В такую торжественную минуту ты спишь. Может, мы еще хотели торжественно руку пожать. А ты, мало того, что ты спишь, ты еще храпишь. Детскую тревогу.
Си! Си! Ты как сюда попала? А вы кто такой? Я заведующий. Никанор Иванович, а мы к вам. Отличники? Очень рад, очень рад. Очень рад, очень рад, очень рад. Этого нам махали? Нет, птицам. Но это не важно. Так не важно. Они виноград клюют, а вы говорите, не важно. Клюют. Здравствуйте. Вот вы птицы-то какие хитрые. Мускат и Изабеллу шашлу не клюют. А самый скороспелый, самый вкусный, самый лучший виноград, золотую лозу, пожирают. Никанор Иванович, а что эти ягоды горчицей помазать? Никанор Иванович, а что если ягоды посыпать табаком, чтобы птицы чихали, а? Чихали? Боже ты, Леночка. Что ты? Да как же? Бегает вокруг птиц, а есть не идет. Вот шальная девчонка. Борис Борисович. Слышите шаги? Вот и Леночка идет. Вот я ее сейчас. Приехали девочки, веселые, бойкие, здоровые, умные, и сразу стало веселее. Это наш повар, дядя Петя. Я. Ребят, вы оставайтесь на дом. Я вас плавать научу, нырять научу, а вас по горам лазить научу. Нет. Ну, а вот это вам мой привет. Что такое за пшик? А вот сделаешь так, птицы вздрагивают и улетают. Ох, как мы их прогоним. А это хорошо. Не буду я около каждого куста руками махать. Я приехал сюда отдыхать и жуков ловить. А чучела на что? Мы подстроим чучела, они лучше нас будут испугать. И я вам помогу. Очень хорошо, очень хорошо. Первое чучело мы сделаем такое. Ой.
Скажите, пожалуйста, что это такое? Смерть вредителям. Тысячу села. Спасибо вам. Пожалуйста. Спасибо ребятам. Пожалуйста. Маленького вора они прогнали. Спасибо. Будьте здоровы. Виноград опыливает. Да, теперь бы поймать большого вора. Коршуна. Больше. Орла. Больше. Кого же больше? Человека. Виноград наш, наша гордость, самый скороспелый в мире, пропадает, корзинами ворует кто-то. Прошу вас, ребятам не говорите ни слова. Я их звал отдыхать. Узнают, начнут сторожить. Ну и пропал их отдых. Да, если Леночка узнает. А это... Но я вам помогу. Нет, нет, я один буду сторожить без ребят. Будьте... Борис Борисович, вам Никанор Иванович новости рассказывал? Нет. Как нет? А мне показалось, что рассказывал. Ах, да. Он говорил, что ему нравятся чучела. Хорошие, говорит, чучела. А больше ничего. А больше ничего? Больше ничего. Значит, ничего? Не сказал. А еще другом считается. Ну и не надо. Подумаешь, без друзей обойдемся. Борис Борисович хочет потихоньку от нас ловить вора. Что? А вы что, подгоните, что ли? Правда. Предлагаю поймать вора немедленно. Сразу посадить в сундук и отправить в милицию. Борис Борисовичу ничего не говорит. Он тогда жалеет, что нам ничего не сказал. Принято? Принято, Единогласно. Дядя Петя, ты с нами? Будем вместе ловить вора? А, обязательно! Вместе с вами буду вора ловить. Значит, и в саму сапог я засуну, новенький свой кнут. Чабары, чабары, ведерка набрал я, коня на воде. Ребят,
ребята, это наш совхозный кучер, Степан Геннадьевич. Он странный. Как с людьми разговаривает, слов нету. Стесняется, скрывает чего это. А с лошадьми разговаривает, а о чем никто не знает. Одно слово, цыган. Я против него ничего худого сказать не могу. Но все-таки будем за ним присматривать. Поняли? Есть. Почему так рано? А? Борис Борисович, а вы что ищете, а? Что я ищу? Да. Что ищу? Панамку. А. Да-да, панамку. А ты что здесь делаешь? Я? Да. Вам помогаю. А. Послушай, а дети спят? Дети? Да. Нет. То есть спят, спят? Спят? Конечно, спят. Да. Thank you.
Что за безобразие? Вор утонуть хочет. Я должна его спасти. Возьму ленточку. Куда? Ты же плавать не умеешь. А это не важно. Ой, ну, вон он. Ой. На нас смотрит. Ой, скорее. Я с ума сойду. Кучер ныряет совсем, как дядя Петя. Тоже сказал, как дядя Петя. Дядя Петя ныряет, а кучер только по дну ходит. А разве по дну ходить легче, чем нырять? Конечно, легче. Набил сапоги ко мне и иди себе на здоровье. Только надо уметь дыхание задерживать. Дыхание задерживать? Ты бы еще надел водолазный костюм с кислородным прибором, сел на мотоцикл, ты и поехал бы по морскому дну. Из батона вял тут. И поеду. Да, поеду. Вот дай мне мотоцикл, только попробуй. Удивляюсь я на твой характер, Маша. Разве ж я тебя бью? Я тебя угощаю? Вернулся. Просох. Не просох, а переоделся. А я говорю, просох. А я говорю, переоделся. На нем та же самая кофточка. Кофточка, тужурка. А, виноград ворует тревожечку. Вот бы его сейчас поймать. Теперь он в воду не уйдет. Давайте заговорим, может проговориться. Пойду и скажу. А что скажешь-то, а? Что скажу? А куда вы на лодке виноград возите? И зачем из лошадь ворованным виноградом кормите? Если покраснее, значит, еще против него доказательства. Пойду. Виноград воруешь. И я. На ны. Ну что, покраснел? Да, разве разберешь? У него лица-то нет? Одна борода. Ну, тоже. Что тоже? Ничего. Слышала? Не потерплю. Выслежу я его. Пойдем, Маша. Не потерплю. Степа! Степа! Да куда же ты, Степа? Что, на почту поедем? Запрягать? Да. Запрягай. Раз. Два. Попадешь ты когда-нибудь или нет? Ну? Девочка! Девочка! Я здесь!
наши виноград, который пропадает. Пойду и скажу дяде Пете. Нет уж, пожалуйста, я сюда падала, я ей расскажу. А мне тоже Чем-то нашего цыгана. Жалко мне. Но вы, ребят, молодцы. За вашу работу мы вместе. Купаться пойдем? Нет. В лодке пойдем? Нет. В лес пойдем. Ух, там, ребята, самые чаще чудеса. Мед шмелиный, фазаны, черные лебеди. Такое увидим, что никогда не видели. Такое услышим, что никогда не слышали. Это мой цветок. Тише ты. Дядю Петю разбудишь. Мы с ней поймали. Дядя Петя спит. Да вот. Сейчас я его напугаю. Ой. А где же дядя Петя? Там. Да нету его. Да ты, наверное, кусты перепутала. Куда? Ты не могла и перепутать. Да, пойди, да где же, когда его там нет? Да здесь вот такой. Да нету его там, он даже не... Ты не лежал. Вот, да пойди вот это. Опять ты здесь. Нужно лучше сторожить. Опять 12 кустов обобрали. Ну так вот что. Что такое? Что случилось? Беда случилась. Что? Ваши гости наши дорогие заблудились, пропали. Ребятки! Ой, я с ними в лес пошел гулять. Лед под кустом дремут, просыпаюсь, нету. Везде искал, бегал, кричал, нет. А говоришь, нет? Да я без него ушел. Он на почту уехал. Ой, не могу. Ой, не могу. Идите в лес. В самую чащу до красного камня. Пошли сюда. Маша,
Неладно что-то в совхозе. Тихо было. Вон бегает кто-то. Поглядим. О, смотрите, кто это? Посидите здесь, а я пойду поближе. Теперь можно и отдохнуть. В совхозе никого нет. А то б давно за мной кто-нибудь увязался. Хорошо. Что случилось?
Одну минуточку. Ну-с. Ой, простите, пожалуйста. Дядя Петя. Ай-яй-яй-яй. Да. Уведите его. Чего дошел ты, подумай, Машенька. Бороду нацепил, лиса хитрая. Ребят в лес завез, и все ни к чему. Ай да мы. Пускай Леночка идет. Конечно, пускай она идет. Ну иди же. Да, тебе хорошо, говорит, ты его за бороду не дергал. Все равно надо мириться. Вот постою немножко и пойду. Но ты уже постояла немножко? Нет, еще постой немножко, тогда будет немножко. Ой, я и Борис Борисовича обидела. Пойду и скажу им, мы в попыхах ошиблись. И что же тут такого? Мы ведь не баловались, а берегли совхозный виноград. Искренно умоляем, простите нас, дядя Степан, дядя Степан, и Борис Борисович тоже. Что, нехорошо? Нет, очень хорошо. Ой. Постой, постой. Одну минуточку. Скажи мне, пожалуйста, будешь ли ты когда-нибудь... Не буду, не буду, никогда не буду. Ну, подожди. Да нет. Я тебя спрашиваю, будешь ли ты когда-нибудь по-настоящему разбираться в людях? Буду. Будешь? Да.